Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Друзья, всем привет. Ну, привет, Костя. Привет, Рокин. Регулярно включаемся. Так, подождем еще народ. Сейчас пока такие регулярные включения делаю и посмотрим, как будет народ себя вести. Подождем еще подключений. Если подключений не будет, то... Ну, если один человек будет, то, скорее всего, не буду вести трансляцию. Сейчас ждем. А кто вообще понимает, от чего зависят эти подключения? Тема трансляции указана. С мира по нитке. Что такое краудинвестинг? И что такое краудфандинг? Но раньше просто я включал в начале в самом трансляции, было по 30, по 20 человек. Сейчас что-то вообще мало. То есть, естественно, для одного-двух людей смысла проводить нет. Может быть, это зависит от регулярности, не знаю. Подождем, в общем. Может, это зависит от темы. Ну да, я редко захожу. Но сейчас буду почаще заходить. Особенно с 18 по 20 число. Будем на Красноярском экономическом форуме. Там много что... Можно будет показать, рассказать. Подписчиков, да, много, но это я качнул чуть-чуть. Потом, ну, еще до этого, на самом деле, человек 20-30 заходило. Сейчас непонятно, почему такая ситуация. Первый адресный проект вот. Уже скоро подписание. В Красноярске на подписание выходим. В Самаре в феврале подписание. По Питеру тоже сейчас ситуация ускоряется. Легкий прогулочный транспорт это будет. Юнибайки. Ну, классные инструменты. Перископ 100% буду использовать как инструмент работы с командой. То есть тут есть приватные беседы. И всех оповещу, и, соответственно, мы будем общаться непосредственно через перископ. Новости буду рассказывать и так далее. Ладно, время тогда не буду тратить, все, отключаюсь.